Иного выхода у нас нет. Позади Гурьев и море. Нужен смелый и дельный офицер, чтобы возглавить эту операцию. Кому же вы предлагаете поручить ее, полковник? Я был бы счастлив, ваше превосходительство, если бы вы доверили мне эту операцию. Лучшего я не могу и желать. Вам, полковник, я вручаю судьбу нашего фронта. Между прочим, вам, вероятно, известно, что союзное командование оценило голову Чапаева в 20 000. Союзное командование, ваше превосходительство, могло бы дать и дороже. Ведь и позади Гурьев, а в Гурьеве нет. Все спокойно, господин полковник. Путь свободен.